Свечи в зале, свечи на сцене, память в сердце. Виктор Таланов, Екатерина Зайцева, Галина Постникова. Такое ощущение, что они не ушли, а просто ненадолго оставили свой любимый театр, свой второй дом. Первым от нас ушел Витя Таланов. Потом, к сожалению, мы потеряли совсем юную нашу актрису Катю Зайцеву. И в этом году от нас ушла Галина Георгиевна Постникова, наш незаменимый, чудесный, необыкновенный педагог по вокалу, человек-пароход. Яркая, талантливая, она как вихрь ворвалась в коллектив театра и сразу завоевала признание и любовь труппы. Многочасовые репетиции, филигранная работа над звуком. На плечах Галины Георгиевны лежала большая ответственность – подготовка исполнителей. Ведь в репертуаре у «Крыльев» есть и музыкальные спектакли. Сегодня нам очень хочется, чтобы она услышала, как мы читаем, как мы поем, как мы танцуем, и оценила оттуда со своей высоты. С высоты своего таланта, с высоты своего творчества и с высоты сегодняшнего существования там, высоко в небе. На сцене ученики Галины Постниковой, в зрительном зале ее родные и близкие. Спектакль в этот раз прозвучал совершенно иначе. Режиссер Ольга Кобецкая поменяла концепцию, но неизменной осталась сверхзадача. Пока горит свеча, память в наших сердцах не погаснет. И трудно разглядеть, что снится, что не снится. Что живо, что умерло во мне, но жизнь вперед, ей некогда стоять, с колен разбитых утирая пыль и кровь, боясь не угадать, где грязь, а где любовь, летит и хочет ничего не растерять. Когда деятели культуры и искусства уходят от нас, их места остаются свободными, но их никто никогда не займет. Они всегда останутся за ними, так же, как и их места в наших сердцах и в наших душах. Они всегда с нами. Мы трепетно несем тоже их ими накопленный опыт и те наставления, которые они оставляли в своей работе, своим воспитанникам, своим зрителям. Зрители с трудом сдерживают слезы. Боль от утраты еще свежа. Время лечит любые раны. Пройдут годы, вырастут ученики, заменят мастера. Но память о человеке, отдавшем свою жизнь служению культуре, останется на века. Мария Шматкова, Юрий Антохин, телекомпания «Одинцова».